Всем привет, подписчики. Всем привет. Вы на канале Молния, и сегодня будет обзор на Fruit Spider. V1, потому что у меня не full V2. Некоторые способности там есть, но не full. Вот, поэтому будет Spider V1. Вот, вы такие хотите купить Spider. Такие, что это? Вот вам надо её. Что это так за фрукт? Давайте посмотрим. Заходите на мой канал, смотрите ролик про Spider V1. По V2, извините, у меня не весь. Первая способность Spider V2 у нас... что-то там Spider. Пам, он какими-то когтями какого-то паука дамажит. У меня статы не фул. У меня они не очень маленькие. Я не знаю, может, у вас меньше. Там у меня больше 1000. Короче, у вас может быть другой урон, или меньше, или больше. Вот так вот когти какого-то паука вылазят и наносят 1832. Окей. Красивая, очень ближняя атака. Окей, пофиг. Многонитевая атака. Она очень дальняя, мы ее не обязательно зажимать. И наносим 1900 что-то там урона. Идем посмотрим. Нагоните его. Атака. 1945 урона. Окей. Отлично. Следующая атака у нас пылающий стрелок. Вот так зажимаем способность, не обязательно зажимать. И очень далеко отлетает, и 2400 сколько-то там наносит. Дальше, у Спайдера есть вот такой, он летит. На Спайдере V2 самый крутой полет. Вот, он так летит, это Спайдер V1, если что. Ладно. Пылающий стрелок очень далеко противник отлетает и наносит 2476 урона. Пойдем покажу на следующем. Предельная нить. Да, правильно. Вот, мы ее зажимаем. И 2815 урона. Очень красивая способность. Ай. Пш-пш-пш. Так. И сейчас... Ай. Ай. Так, короче. Сейчас посмотрим по дальности. Пам, не очень дальняя, самая ближняя атака. Теперь смотрим вторую атаку. Насколько она длинная? Она сможет... Пам, она длинноватая. Я бы не сказала, что она очень длинная, она длинноватая. Вот, сейчас мы ее еще раз используем. И вот столько. Вот столько, не очень далеко. На мой... Вот, мне кажется, самая дальняя атака... Сейчас проверим. Самая дальняя атака — это пылающий стрелок. Она вот такая вот. Сейчас. Пиу, и она вот такая. Это очень длинная. Это самая длинная способность у Спайдера. Окей, следующая способность — предельная нить. Я уже вам показывала. Эффекты у нее самые красивые. Ну, на этом фрукте. Так, все, и мы добили. Мастери здесь. Первая способность. Один мастери. Спайдер летать. Получается 15 мастери. Многонитевая атака вот такая. 50 мастери. И пылающий стрелок. 100 мастери. И предельная нить. Конечно, у нас самая красивая способность. Самая сильная. У нас 225 мастери. Я, конечно, сдохну. Тупо. Так, я вам показал Spider V1, поэтому, подписчики, всем пока!